И всем привет, ребят, с вами я, Саша, и сегодня я расскажу, почему я уже могу разговаривать. Да, раньше я не мог разговаривать, потому что у меня не было микрофона. Я сначала сейчас выпущу еще видео, как я проверял, что умеет этот сервер, вот этот. Так вот, кто там что делает? У меня появился микрофон, теперь я могу разговаривать. И надеюсь, больше не будет, Григорий будет орать прямо, когда я буду записывать. И я уже рад, что я могу уже разговаривать с вами. Мне не придется писать в чате, чтобы было сейчас... Чтобы было типа такого. Чтобы решетки были. Я пытался просто сделать решетку. Чтобы решетки были и все. Чтобы ничего не было понятно. Вот. А теперь у меня есть микрофон. Чтобы разговаривать, а не писать в чат. И так у меня будут решетки. Но это видео будет короткое, потому что это просто объяснение, почему я только сейчас начал разговаривать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!